Всем привет, с вами Минеральный, и как вы можете понять, с этим Майнкрафтом явно что-то не так. А дело все в том, что мой рост зависит от моего опыта. То есть, с каждым уровнем я буду становиться все выше и выше и выше. А потом просто самолеты буду сбивать руками вот так, тыщ-тыщ-тыщ. А перед тем, как начать, я напомню вам, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк и, конечно же, нажали на колокольчик, потому что мне очень грустно, когда вы этого не делаете. Ну и вам тоже будет очень круто. Уведомления лишними не бывают. Ну а мы начинаем. Как видите, мы появились, и у нас в руках есть 4 лестницы, чтобы можно было взбираться на блоки спокойно. Но нам повезло со спавном, потому что здесь еще есть другие деревья. Мы сразу можем добыть себе как минимум 2 блока, до третьего, я думаю, мы не сможем дотянуться. Да, действительно, не дотягиваемся. Забираем эти блоки, делаем доски, делаем верстак. Как вы думаете, верстак будет такого же роста, как я, или верстак будет нормального роста? Я думаю, все-таки нормального. Давайте поставим его. Ой, он не ставил. А, нет, поставился. Отлично. И да, он такого же роста. Посмотрите только на меня. Я меньше половины верстака. То есть меньше половины любого блока, на самом деле. На кирку у нас не хватает дерева. Так что давайте добудем еще немного дерева. Вон там, я вижу, могу его добыть. И спускаться вниз, конечно, нежелательно. И бегаю я вообще супер медленно. Делаем кирку и делаем деревянный меч. Добываем верстак. И теперь у нас миссия. Стать хотя бы нормальными. А для этого нам нужно убить каких-нибудь животных. Ну, они опять же будут от нас убегать. А как их догонять, я совершенно не знаю, ведь бегаю я очень-очень медленно. То есть, условно, если я встречу какую-то корову, мне за ней не угнаться. Давайте поставим лесенку, заберемся наверх. Да, будем лесенку, она упала вниз. Да, поэтому я предлагаю нам добыть еще дерево, чтобы сделать побольше лесенок. Потому что никаких мобов я поблизости, к сожалению, не вижу. Чего они дом делают? От жиры, что ли, спасаются? Ничего не понимаю. Потому что на прогулке их вообще нет. Вот посмотрите, целая поляна, никого нет. Вон там я вижу шахту, туда бы мы, конечно, могли сходить, но мы еще сильно маленькие. То есть, если мы встретим какого-нибудь крипера, мы даже не сможем убежать от него. И от нас останутся рожки до ножки. Давайте заберемся еще повыше. Ого, вот там вижу свинюху, отлично. Туда мы и пойдем. Ой-ой-ой, как мы долго перебираемся из пункта А в пункт Б. Просто кошмар. Еще и свиньи так высоко находятся. Зачем вы туда забрались? Блин, они все выше и выше забираются. О, вот это внизу. Нет, она забралась тоже выше. Да что ты делаешь-то? Нет, 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 нет. Ты не убегай, не убегай, не убегай, не убегай, не убегай. Нет, куда ты идешь? Глупая, глупая свинья. Посмотрите, что она сделала. Она упала. Если я упаду, я не заберусь туда больше. Вот, свинюха, иди сюда. Давайте ее ударим, ударим. Оп, ударили, и она убежала. Еще, еще, еще. Нет, 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 не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Иди сюда. Она не убивает за 2 ударов. Что это такое? Иди сюда, свинья. Иди сюда, я тебе дам морковку. Я не хочу к тебе, блин, спускаться. Мне потом больше никак не подняться. Отлично. Она поднимается. Она поднялась. Она поднялась. Я ее догнать не могу. Она поднялась еще. Так, так. Нет, только не это. Только не это. У меня лестницы нет. Давай спускайся. Ты или ты. Давайте, я по пятачку тебя сейчас ударю. Что они там наверху делают? Ай, ладно, придется делать еще лестницу. Нет, мне не хватает этого дерева вообще совершенно ни на что. Что за подстава? Еще и ночь сейчас наступит, это вообще не круто. О, свинюха. Так, 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 еще раз. О, да, у меня нету еще ни одного уровня. Да. У него всего пол уровня. Это вообще, как это называется? То есть, чтобы достичь хотя бы одного уровня, стать немножко повыше, нам нужно убить хотя бы 3 свинюх. И это очень много. Сейчас уже наступает ночь, и сейчас появятся враждебные мобы. Вернее, они уже появились. А как от них спасаться, я не знаю. Поэтому давайте я вот заберусь вот сюда вот вниз. Ё-моё, я упал, как больно было. Вот так вот сделаем, и сверху закроемся. Закроемся, я сказал, закроемся, да. И вот так мы переждем, видимо, ночь. Так, вроде как должен был наступить день, прорыбаемся, и да, действительно, день настал. Выбираемся отсюда и начинаем охотиться на свиней. Хотелось бы начать, а то я что-то прорубаюсь, прорубаюсь сквозь эту землю, и ничего, больше нет никакого просвета, отлично. Ну все, свинюхи, идите сюда. И смотрите, как же я больно падаю с одного блока, у меня просто по одному сердечку отнимается, какой ужас. Ой, опять упал, но мне это все необходимо. Потому что где-то вот там была свинья. Так, придется еще раз спуститься. Ё-моё, да это вообще какая-то бесконечность. А свиньи я почему-то не вижу. Куда она делась? Ага, вон там ходит. Я скрафтил себе ступеньки, и мы идем вон к тем свиньям. И лестница, как всегда, не так ставится. О, ну как всегда вообще, очень... Капец ведь. Я пришел на полянку к этим свиньям, и теперь мы будем добывать наш рост. Да блин, она опять вверх ушла. Ставим ступеньку. Я не могу забираться по ступенькам. Черт, нафига я их скрафтил? Окей, скрафтим лесенки. Вот какая свинья.
Короче, я поставил лесенку, и свинья сюда спустилась. Ну-ка, давай, иди сюда. Один. Давай. А, нет! Зачем ты поднялась наверх? Иди сюда, иди сюда. Сейчас она будет еще убегать, да, полдня. Оп, второй раз. И третий будет сейчас контрольный. Так, 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 так. Да что ты убегаешь-то? Все, остановись. Она остановилась. И опа! Нам надо еще третью убить. Вон там я вижу целых две пороси. Да блин, и они опять вниз спустились. Они издеваются надо мной просто. Иди сюда. Нет, 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 только не туда, только не туда. Стой, стой на месте. Стой на месте, я сказал. Я иду тебя спасать. И себя спасать. Всех буду спасать. Зови меня Бэтмен. Не-не-не-не, зачем ты забралась еще наверх? У меня нету больше лесенок. Эх, и еще третий раз надо ее ударить. Давай, спускайся вниз. И еще раз. Да, теперь мы размером вроде как с один блок, даже чуть меньше. Окей, давайте еще курочку убьем. Ого, курочка с первого удара убивается. Очень удобно. И еще одна курочка есть. Так, когда мы падаем, мы сейчас не теряем хп. Отлично, убиваем еще одну курочку. И теперь у нас появляются шансы, что мы сможем нафармить себе нормальный рост. Но на блоке мы до сих пор не можем запрыгнуть. Но сейчас, наверное, опять же можно наступать на ступеньки. Да, круто. Значит, они все-таки пригодились. На самом деле, у нас уже очень мало здоровья. Я бы хотел приготовить вначале эту еду, а потом уже есть. Наконец-то я сейчас убью еще одну свинюху. Но нам этого мало. Нам нужно гораздо больше. Например, убить еще вот эту свинюху. И теперь мы можем их, кстати, гораздо больше и лучше догонять. Вот, например, я еще одну убил. Прекрасная полянка здесь с курочками. Оп, курочка одна убита. И сейчас мы убьем, наверное, еще одну курочку. И у нас прибавится рост. Не-не-не-не, почему с одного удара не убилась? Она убежала, ты прикалываешься. Мне опять надо крафтить лесенку. Курочка, ты что, спряталась, думаешь, от меня? Ха-ха, как бы не так. Нет-нет-нет, ты не уйдешь от меня. Отлично, у нас второй уровень, и мы стали высотой чуть больше одного блока. Но запрыгивать мы также на него не можем. Это очень плохо. Уже наступает ночь, поэтому я предлагаю вам пойти в шахту и переждать эту ночь в ней. Здесь мы как раз себе добудем камень и сделаем каменные инструменты хотя бы. В темноте, на самом деле, не видно. Андезит, там булыжник, что вообще добываю, не знаю. Делаем каменные инструменты, печку и закинем свинину, пускай жарится. Окей, я думаю, там настал день, поэтому выбираемся наверх, добудем еще немного дерева для лестниц и будем искать, например, шахту или каких-нибудь мобов, каких можно убить. Вот здесь я нашел овечек, сейчас их убьем, но они от меня, конечно, убегают очень быстро. Но со мной они все равно не сравнятся. Так, еще одна овечка и еще одна овечка. А еще одна, иди сюда, еще одна, ё-моё. О, все, я третьего уровня. И теперь я вроде стал даже нормальным. Именно так, в целых два блока. Как и должно быть. Так что свинюха теперь от меня не убежит. И идем вон в ту шахту. Потому что там может находиться уголь, железо и очень много всего интересного. За счет чего мы можем прокачаться. А шахта оказалась не очень. Но здесь хотя бы уголь есть. Давайте уголь добудем тогда уж, если на то пошло. Хорошо, что угля здесь много. И мы сейчас нафармим себе, наверное, четвертый уровень. Все, я стал четвертого уровня. Я стал, по-моему, сейчас очень большой. Давайте посмотрим. А, нет, как раз таки сейчас я умещаюсь ровно в два блока. Я стал обычный, нормальный. Вот здесь вот зомби пляшет. Зачем ты пляшешь? Ты на батуте, может быть? Это камень батутный, я так и понял. Так, ладно, зомбя убиваем. Конечно же, с него падает еще опыт, но мы здесь для того, чтобы найти железо. Вон там оно внизу. Да, добываем железо. А его здесь почему-то всего лишь две штуки. Вернее, три, то есть четыре. Так, давайте посмотрим, что у нас находится в этой шахте. Заходим. Ага, у нас тут зомби. Зомби мы убьем без проблем. Давай, убивайся и поднимем себе пятый уровень. Ого, ничего себе, я стал такой большой. И там еще зомби идет. Сейчас мы станем еще выше, видимо. Но нет, мы всего лишь пятого уровня до сих пор. Опять зомби. Нет, ну слушайте, здесь я реально, короче, нафармлю себе, видимо, стату. О, куда он упал? А, нет, он поднимается обратно. Давай, поднимайся. Нет, ты не можешь подняться? Странно очень. Вот здесь железо, давайте добудем железо. Кстати, я не могу пройти теперь в два блока. Теперь мне нужно копать везде три блока. На самом деле, это очень неудобно. Где зомби-то? Куда он там упал? Ого, их там целых два. Вы что туда вдвоем-то упали? Так, все. С этими зомбями мы разобрались. А я уже почти шестого уровня. Скоро я вообще не буду помещаться в шахту. И что тогда буду делать? Я тогда задохнусь, что ли? Ого, еще один зомби идет. Убиваем его. Ой, еще зомби. О, а чех так много-то? Вы посмотрите только. Обалдеть. Просто вообще куча. Ребят, откуда у вас столько здесь? Да вы посмотрите, они идут и идут, идут и идут. Там что, спавнер зомби, что ли? Не-не-не, ребят, больше не ходите. Надо это все дело застроить, чтобы, короче, они не выходили. Фух! Ё-моё, какой я огромный стал! Надо быстрее выбираться из шахты. Сейчас я добуду еще немножко железа и буду выбираться. Потому что если я еще немножко увеличусь, я не знаю тогда, что ждать. Опять зомби идут. Блин, надо просто уходить. Просто уходить. Я не могу уходить. Я уже застрял в потолке. Зомби, уйди. Фух, там еще рычат. Я так и понял, что они. Да блин, там еще идут. Так, быстрее, 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 уходим.
уходим, уходим, нет, зомби, как их много, откуда вы выпрыгиваете, почему зомби прыгают, откуда, так, нет, не убивай меня, я уже 8 уровня, это вообще не шутки, так, уходим, крипер, нет, только не крипер, смотрите, я его могу на расстоянии бить, и он даже не может подойти и взорваться, ничего себе, как круто, так, я не прохожу, мне приходится копаться, но я все равно не прохожу, я вообще не понимаю, что мне мешает, где я не прохожу, так, все, вот здесь потолок надо, наверное, уже разрушить, я не могу из этой шахты банально выйти, что-то мне постоянно мешается. Ого, я так высоко прыгаю, какого я уже роста? Я ростом с дерева просто, это ж просто дофига. Я могу очень быстро перемещаться по миру, просто по той полянке, на которой я ставил ступеньки, теперь я могу просто ее пробежать буквально за пару секунд. Тем временем у нас 19 железа, давайте скрафтим себе железные инструменты, по крайней мере попробуем это сделать, а то вдруг не получится. И тем временем мы можем поубивать овечек, почему бы нет? Или курочек, почему бы нет? Кстати, убиваются почему-то они не с одного удара. Это очень странно. Я ведь очень большой и сильный, по идее. Давайте заберем железо, которое здесь есть. Ого, и я сразу еще вырос на один пункт. Офигеть, какой я большой. Я скоро буду размером вон с те горы. И это будет эпично. Крафтим кирку, меч. И теперь я просто огромный гигант с железным мечом и железной киркой. Овечки просто в шоке. Умирают с двух тычек. Делаем нагрудник. И теперь я огромный гигант с железным нагрудником. Огромный гигант. По факту. Крафтим шлем. И железа у нас больше нет. Добываем все остальное. И идем делать, наверное, портал в ад. Хотя, наверное, ни в какой портал я не влезу уже. Я могу просто скакать по полянке. Сейчас уже началась ночь, меня пытаются дамажить, но мне вообще без разницы. Я просто бегу на пролом, мне вообще пофигу. Портал в ад, кстати, я нашел, но, по-моему, я гораздо больше него. Ну вот вы только сравните. Вот, допустим, я, а вот портал. Мне нужен какой-то побольше, самый большой портал в ад. Как это сделать, не знаю. Смотрите, я бью зомби, я бью криперов, и они на таком огромном расстоянии от меня. Просто невозможно. На огромном расстоянии. Криперы просто не могут подойти банально. Я 10 уровня, я еще подрос, ё-моё. Я уже просто зомби-гигант какой-то. И мне нужна добыча покрупнее. В шахту я уже точно не помещусь. А скелету лучника в меня гораздо проще попадать. Потому что ему даже целиться не надо. Вот, смотрите. Вообще не целится и просто попадает. Как ему везет. Еще и пауки тут. Сейчас я еще немножко погуляю, поубиваю зомби и посмотрим, насколько большим я стану. Я думаю, это будет не сильно сложно. Какой маленький эндермен, вы посмотрите, какой он кроха. Я на него нападаю, а он такой вообще маленький. Эй, малой, успокойся, успокойся. Тише. Ну, дамажат они все также очень много. О, у него даже эндерперл выпал. Ничего себе, как круто. И я опять вырос. Я уже стал 11 уровня. Я просто огромный. Окей, фармим дальше. Интересно, а если я поставлю верстак, он будет такого же размера? Да, он такого же размера маленького, как и был. И, в принципе, ничего не поменялось. Я тем временем 12 уровня. Давайте еще можем пофармить. Почему бы нет? Кто нам запретит? Маленькая курочка, как по тебе попасть? Ну, я вроде попадаю. Я убиваю просто всех подряд. Просто всех на своем пути. Какой же я беспощадный. Плохо, конечно, что наступил день. Я хотел убивать агрессивных, злых, страшных мобов. Но приходится просто смотреть на этот портал. Кстати, давайте посмотрим, что в этом сундуке лежит. На самом деле ничего полезного. Но я все заберу. Окей, короче, как нафармлю достаточное количество опыта, я вернусь вам и покажу, что из этого вышло. Я, например, уже 13 уровня. Уже очень много. Итак, я уже 20 уровня. И смотрите, я уже просто размером с эти все деревья, с эти горы. Я вообще очень огромный. И посмотрите, мобы, какие крохи. Просто очень маленькие. Но я до сих пор по ним попадаю, если что. Вы представляете, какой портал? Портал мне сейчас нужен в ад. Я про энд вообще ничего не говорю. Смотрите, я могу просто спокойно прыгать по всем этим деревьям. То есть лес мне вообще не помеха. Но горы еще не по колено, если честно. Так что я хочу еще немного прокачаться. И хочу, чтобы горы мне стали по колено. Ребята, я 27 уровня. И теперь, чтобы забраться на какую-нибудь гору, это вообще не проблема. Вот смотрите, я спокойно прыгаю по горам. Ну как, еще не совсем спокойно, но в принципе меня это устраивает. То есть хочу забраться на эту гору, оп-оп, и все, я на ней. Я просто достаю до неба. Балдеж, какой тут свежий воздух. И весь мир видно свысока. Конечно, я бы мог прокачаться еще. И я это сделаю. Кстати, смотрите, я выбросил каменный меч, ну потому что он мне не нужен. Какой же он огромный. Он просто лежит, и он огромный. А деревянная кирка, и деревянная кирка тоже. А если я сейчас сделаю курочку, например, вот этим яичком. Оп, 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 оп. Какой огромный цыпленок. Вы только на посмотрите на... Цыпленок, ты че такой? Ты просто монстр.
стороне цыпленок. Вы посмотрите, как он скачет по горам. Ты что делаешь? Я хочу еще одного такого цыпленка. Ну-ка, блин, у меня только один такой цыпленок будет. Это просто легендарная цыпа. Вы только посмотрите на него. Ё-моё, чувак, ты такой огромный. Прям как я. И на этой замечательной ноте, наверное, мы закончим данный ролик. Мы с цыпой будем властвовать над этим миром. И будем беззаботно жить, убивая всех на своем пути. Ну а с вами был, как обычно, Минеральный. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Всем пока. Цыпленок, цыпленок, посмотри, какой эндерперл тут у меня выпал. Вообще балдеж, да? Но я заберу его обратно, потому что ты еще маленький, и тебе нельзя телепортироваться. Вот вырастешь, я тебе куплю свой эндерперл. Всем пока.